Всем привет, друзья! С вами Андрей, и мы снова играем в Фасмофобию на сервере с ребятами. Будем проходить очередные здания, искать призраков, разгадывать, какой... С девчонками, да. А с Надюхой и Сашей. Одна из них моя жена, поэтому... А другая жена. Жена друга, да, Славы. Вот, мы сегодня будем, значит, отгадывать постепенно небольшие домики, разгадывать, какие у нас будут призраки окружать. Я очень надеюсь, нам удастся сегодня пока что без травм, потому что мы каждый раз любим повышать сложность прохождения, и тем самым разгадка, шанс разгадки этого призрака уменьшается, а количество смертей увеличивается. Ну, не соглашусь, не соглашусь. Я считаю, что уровень сложности, когда повышается, повышается интрига, адреналин. Я сегодня готовилась к этому стриму. Я посмотрела стримы других обзорщиков. Да, я тоже видел, что ты смотрела стримы. Так, возьмем простой домик, простую сложность. Но все-таки хотелось бы это все разгадать. Безумно интересно именно разгадывать и отгадывать самого призрака, который нас окружает. Вообще, благодаря Фасмофобии я узнал, что столько вариантов призраков там и существует. Неужели все человечество придумало? Всем здорово, все подгрузились. Так, смотрите, нам нужно найти доказательство присутствия призрака. МП. Средний уровень рассудка, блин. Сфотографировать призрака. Так, берем стандартный набор. Сфотографировать я предлагаю Андрею. Ну, я с фотоаппаратом. Предлагаю Андрею. Спасибо. Спасибо, девочки. Я взяла МП я взял. МП я взял, я взял фотоаппарат и взял фонарик. Я взяла миг, я взяла соль. Не забывай про рацию. Я не забываю про рацию. Кость. Какой это уровень? Простой любитель. Вот так вот и начинается. Средненький, потом сложненький, потом еще сложненький и так далее, пока мы не начинаем все умирать безосновательно. Одновременно. Да. Причем самое печальное, это на сложности кошмар играть. Потому что у меня летают еще комары. Стало тепло, комары стали летать. Это уже начинает... В подвале все чисто. Подождите, вы хотите сказать... А, все, я нашел куклу Вуду. Нет, спасибо, никого не будем пока протыкать. Так, МП молчит. Если было сказано, что найти с помощью МП, значит, его будет очень сложно. Давайте искать с помощью температуры. Вода чистая. Где? Где? Выключи пока. В зале. Здесь? Сейчас. Есть. Три. Внимание, три. Внимание, соль. Ой. Отдай. Спасибо. Где он? Был такой. Короче, он где-то в этом. Вот так. Он в этом коридоре. В каком коридоре? Почему в коридоре? А, во! Вот здесь, да. Прошел мимо. Самая маленькая температура. Так, ладно. 8 градусов было. 9. Это мне не нужно.
Внимание, я убила комара дома. Ну, вот комары просто нас сегодня будут атаковать. Так, МП, рассудок и сфотографировать, понятно. Нам нужен радио, нам нужен датчик. Нам нужна еще камера. Приветствую тебя, друг. О, подай знак. Не хотела бы я иметь таких друзей. Тебе грустно? Ты злишься? Ты причинишь нам боль? Тебе весело? Нам уйти? Куда уйти? Сколько тебе лет? Ах, зараза. А у меня же не было этого фотоаппарата. Ну ладно. Что, в коридоре? В коридоре? Нам уйти? Покажи себя. Покажи себя. Выйди на свет. Иди сюда. Выйди на свет. Тебе грустно? Ты злишься? По целевым отметкам ничего, я думаю, что не здесь. Она была вот здесь, вот. Тебе темно? Нам уйти? Ты причинишь нам боль? Внимание! 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 Отпечаток! У меня тоже. Только где? Вот здесь. Вот. Угу. Рука. Блин, пропал. Ничего, ничего. Пропал. Нормально. Нормально. Он был. Покажи себя. Это что за фигня? Я вот сфоткал, вот он отпечаток. Вот, отпечаток. Да, только у меня был в другом месте. Так, я пока фотоаппарат сюда кину. Да. Видео надо взять, камеру. Да, один отпечатки рук помечаем. Чат хочу видеть. Да. Ребят, у вас книга есть? Книга там лежит уже. Да, есть. Так, нужна видеокамера. Надо куда-нибудь ее сюда поставить. У меня фотоаппарата нет. Так возьми его. Взял. Ты здесь? Покажи себя. Сфотографировать призрака необходимо. Я могу сделать так. Нам нужно сделать... Смотрите. Я могу взять куклу Вуду. А, кто-то станет здесь около входа с фотоаппаратом. Я нажму на куклу Вуду, и вы увидите, сможете его сфоткать. Я пойду за... Зачем я ее бросаю? А зачем я ее бросаю? Что ж такое-то? Вот. Я уже поставила, Андрей, возьми, что я поставила. Я фотик взяла. Так. Я готова. О! Улики. Записи в блокноте. Отлично. Что? Записи в блокноте. Поставь, поставь. Улику.
Так, все, взяли фотоаппарат, внимание. Подожди, я не взяла. А зачем тебе распятие? Это же не как улика. Ты не понял. Где входит еще один? У меня, я могу дать. Ну давай, давай. У меня тоже есть. Вот здесь. Куда пошла-то? На всякий случай. А, вот, фотоаппарат. Так, готовы фотоаппарат? Куча фотоаппаратов. Фотоаппараты готовы. Сейчас. Их! А фоткать на какую? Девочки, конечно же, его не сфоткали. Да, не сфоткали. А потому что дверь. У меня была закрытая дверь. Да, да, дверь закрылась, и все, не было ничего. Ладно, давай подумаем над типом, я думаю. Посмотрите. Печальная история, когда ты умираешь. Может быть, надо было удержать дверь, интересно, не знать. Да нет, даже если ты будешь держать дверь, то не удержать. Покажи себя. Я тут. Ты здесь? Я здесь. Покажи себя. Ты любишь фоткаться? Я фоткаться очень люблю. Покажись. Дыч! Да, интересно, почему нет задания сфоткать призрака? Ведь Андрей стал призраком и просто его сфоткать. Это было бы логично. Это все очень весело, я уже испугалась, потому что кто-то тут кинул тарелку. Кто у нас кидает обычно тарелки? Я не знаю, но у меня уже мурашки и слабость. Андрей. Немного похулиганим. Я не вижу никаких... Шейли Бали. Шейли Бали. Шейли Бали, покажи себя. Где она вообще тут? Шейли Бали. Шейли Бали. Шейли Бали, покажи себя. Вот такой небольшой замет. О. Опачки. Страшно было. Внимание, активность. Все? Сфоткал? Она умерла.
Привет. Привет. Это было страшно. Причем она, знаешь, где? Вот здесь вот. Вот отсюда нашла. Вот здесь она была. Весело. Тут просто даже прятаться негде. И это мы на самом легком, на любителя. Ой, какая жопа у вас сладкая. Просто, если кто-то видел, вы зайдите, вот именно, типа... Прям зайдите конкретно в дом, и тут такая жопа вас встречает. Чисто я так с утра просыпаюсь. Так, я предполагаю на самом деле то, что это демон. А если демон, то кто это... должен быть. МП у нас не было 5 уровня. А, минусовая температура нужна. Лазерный проектор. Призрачный огонек лазерного проектора не может быть, поэтому зря я стояла, смотрела как дура, пока умирает Надя. Так, минусовая температура только нужна, чтобы подтвердить демона. Хотя, с другой стороны, тут... Таблетки выпей, тогда он меньше будет появляться. Я не хочу пить таблетки. Я, наоборот, хочу достигнуть рассудка. Я выполню задание за нас. Так. Сфотографировать я не буду. Я хочу рассудок и определить. Ничего нельзя взять. Мне нужна только минусовая температура. Опасный, конечно, здесь призрак. И непонятно, где она вообще бродит. Почему не? Вот я вот сейчас призрак и не вижу призрака. Почему так? Непонятно. Минус. Был минус. Это демон, как я и предполагала. Это демон, но я же их точно знаю. Так, и еще я постою около двери. И достиг. Какая она у тебя бесстрашная? Я буду делать это медленно, чтобы я не умерла. Возьми фотоаппарат. Зачем? Сфотографировать его на всякий случай, если он появится. Я думаю, что он не появится. Появится. Потому что распятие, оно... короче, работает в радиусе, мне рассказывали на стримах. Его нужно именно бросать, и в радиусе 2 метра оно работает. Соответственно, демон, он становится менее активным, когда распятие идет. Приходится вот так вот мучиться призраком. Сейчас получается интересно, 2 призрака ищут призрака. Да, которого я тоже не вижу. Зачем вы тарелки, блядь, кидаете? Я как призрак буду дебоширить. Не надо. Хочу просто снизить рассудок. Вы можете кто-то один встать и смотреть на моим рассудком? Да, могу. Давай. Кроме Нади и... Да я уже встал. Я сфоткала. Я, кажется, сфоткала. Еще нашла. Надеюсь, нам повезло. Я сфоткала призрака. Молодец. Да, и мне осталось...
Давай не будем пускать сюда призрака. Смотрите, ну вот по сути. Он падает или нет? Падает, падает. Если так, ты зайдешь, ну, чуть-чуть внутрь. Снаружи дома он восстанавливается. А я внутри. Падает? Надь, ты можешь мне... А, тут Б не работает. Я ж призрак. У меня жраться не работает. Андрей, скажи, падает раз у меня? Конечно, иду. Тарелкой. Не надо так делать, Андрей. Мне страшно. Нет, у тебя восстанавливается рассудок 48%, он не упал. Значит, я не буду рисковать, потому что вы двое умерли. Да, предлагаю тоже не рисковать. Я поеду, все отметили демона? Да. Итак, выполнено два задания. Сейчас будет третье. Вы будете заходить вовнутрь? Мы зашли. Фух, я ее сфоткала. Ура! Я впервые сфоткала призрака. Поздравляю. Поздравляю. И это был демон. Ура! Хорошо. У меня страховка 1275. Мы потеряли все предметы, которые были. Добавлять больше нечего. Давай так, я что надо купить? Просто диктуйте, у меня 2000, у меня много. Так, давайте так. У нас детектора МП одного достаточно. Нужно 4 мощных фонарика. Почему 4? Я думаю, 3 хватит. 3 давай, да. 1, 2, 3. Есть. Так, свеча. А у меня денег тоже много, я могу тоже купить. Свеча одна? Да. 2 распятия. Есть. 2 неоновые палочки. Может, нам просто ультрафиолетовый фонарик? Палочки. Ну, давай ультрафиолетовый фонарик. Палочки посильнее. Палочки посильнее, хорошо. Да. Сколько палочек? 2. 2. 1, 2. Есть. Зажигалки 2. Зажигалки 2. Есть. Датчик движения 1. Есть. 2 фотокамеры. 1, 2, есть. 2 соли. А ты скажи, пожалуйста, а если я обратно, допустим, использую там фотокамеру и принесу ее назад, это не будет считаться, типа, что мы ее не потеряем? Мы не потеряем ее в любом случае, если выживем. А, окей, дальше. Так. Соль. Ну я же выжила. Успокоительное добавил, 2 благовония. Нет, 3 благовония. 4 благовония. 1, 2, 3, 4. Угу. Так, 3 фонарика ты купил. Так, 2 термометра. 1, 2. Угу. 5 видеокамер и 4 штатива. Почему 5 видеокамер? Их, ну, потому что она дается одна, их можно 6. Ну, давай 5 и? 4 штатива. 1, 2, 3, 4. Есть. А шлемы? Ой, фиг с ними. Они нам не помогают ни разу. Ну да, я тоже не смотрю по шлему. Готовы? Так, теперь выбираем следующий дом. Тоже на любителя. Не, почему на любителя? Ну слушай, ну мы и так уже двое умерли. Окей. Давайте нормально хотя бы как-то попытаемся пройти, а то... Не очень приятно умирать. Вообще ни разу. Надя появилась. Опять сфотографировать. Сфотографировать и МП стать свидетелем паранормального явления и определить тип призрака. Я думаю, что в принципе задачи все легкие. Очень. Ух, начинаем. О, здесь хорошо.
Можно видеть паранормальные явления. А там Андрюху как засосало. Нелегкая, да? Так, здесь ничего, ни проклятого предмета, ни костей не вижу. Здесь ничего. Это тот дом, где очень сложно это все найти. В подвале все чисто. Ни костей, ничего. С правой стороны дома все чисто на первом этаже. Быть такого не может. Быть такого не может. Там может. Что, мне не веришь, что ли? Что, не могу не поверить? Действительно чисто. Ни косточки, ничего. Вот я тут заметил, что именно здесь невозможно ее практически найти. Может, я просто не там ищу? Да, здесь очень как-то сложно. Я пошла на второй этаж. Обычно здесь на втором этаже, Аня. Я уже на втором этаже. Понятно. Выбила пробки. Где хоть один проклятый предмет? О, кость. Где кость? В спальне была. Так, где же проклятый предмет? Телефончики. Опять ни одного нет. Так, должна быть тогда либо карты Таро, либо куклу Вуду. МПшки и термометр молчат? Ой, а я что-то МП-то не включил, зараза. Нормально. Ну, простите. Я совсем про это забыл. Так увлекаюсь над этими поисками доказательств существования паранормальных явлений, что про МП совсем забываю. Как? Она на втором этаже. С чего ты взяла? Вот температура самая низкая. Идем. 8. Она где-то в коридорах. О! Вот проклятый предмет. Я не понял, где она. Блин, Андрюха, зачем? Где она? Нахрена ты взял это зеркало вонючее? Я не мог понять, где она находится. Так, моя психика рухнула. 65 пойдет. Так, МП. Да, надо найти МП, да? О! Где вот сейчас запищала, Андрей? Вот здесь. Она здесь где-то. Вот в этих коридорах, ребят. На втором этаже. Нет, она здесь внизу. Напиши, пожалуйста, в блокнот. Напиши. Странно.
странно говорить странно в игре про паранормально. Так. Где? Она ходит по коридорам. Так, ладно, будем ориентироваться пока вот на эту часть. И вот сюда бы надо. Если рассыпала соль, надо ориентироваться на нее, смотреть, где она. Так, ну, главное теперь сконцентрировать свое внимание на разгадках, да? Нам нужен... А, лазерный уже проектор взяли. Камеры. Ну, камеры мы берем по полной. Прям от души душевно, чтобы было. Так, вот так ставим ее. Следы, вот они, отпечатки ног, смотрите. Андрей. Да, иду, иду. Я перед тобой найду. А! Быстрее! Надя, сзади вижу призрака. Блин, не успели сфоткать. Она там постояла. Ну, перед вами тут был фотоаппарат. Вы сфоткали это, ноги? Нет. Отпечатки ног. А их не надо фоткать, за них ничего не дает. Ну, во всяком случае, пометить надо, я считаю. Да? Да. Ты злишься? Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Нам уйти? Так, подождите, берите фотоаппарат пока, я пойду посмотрю. Да, я тоже возьму фотоаппарат. Есть этот призрачный огонек. Призрачный огонек. Либо банши, либо ханту, либо. Она на кухне. Так, если она на кухне, что мы можем еще сделать? Фотоаппарат уже. А, вот фотоаппарат. Радио. Понятно. Ты злишься? Ты Есть! Радио! Есть радио! Радиосигнал был. Радиоприемник есть. Радиоприемник, призрачный огонек, отпечатки рук? Нет, отпечаток не было. Рук. Вы увидели отпечатки ног. Здесь. А вот сюда сфотографировать через стекло. Значит, отпечатки рук можно не искать. У тебя отпечатки рук. Вообще темно. Ужасно стало темно. Ну, это точно не минусовая температура. Я сфоткала. Все, я могу умирать.
Все, не надо. Мы все моба сфоткали, молодцы. Офигеть. Так, теперь осталось последнее задание определить. Тип. Так, что нам нужно сделать? Это говорит о том, что можно переходить к среднему уровню сложности. Ну, здрасте. Так, я думаю, что надо еще... Вот огонечек. Сейчас, я возьму таблетки, секунду. Ой, а что у меня так много? Так, а где лазерный проектор? Надо на кухню поместить. Сейчас я помещу. Только не заходить. Я прошу тогда не заходить в дом, пока не переставлю этот лазерный проектор. Теперь смотрите лазерный, по лазерному проектору. Минусовой температуры не было? Было? Не было. Нет, нет. Я стою с термометром. 1 градус всего. Где же ты, солнышко? Я здесь. А где она? Ты чудесная женщина. Так. Почему не срабатывает это? Прям, может быть, тут Е5, МП5 уровня. А, кстати. Пропал такой, атака. Все, убила. Но силуэт я ее не видела. А где выбила? Атака прошла. Да, прошла. Да, атака прошла. Но она была даже не атака, а тачка какая-то. Ну, так, у нас непонятное МП, у нас... А, отпечатки проверить. Надо проверить отпечатки, тогда будет все ясно. Не может быть таких отпечатков рук, приличного огонька и радиоприемника. Сочетания такого не может быть. Хорошо, лазерный проектор. Записи в блокноте, либо... Лазерный проектор молчит. Угу. Либо МП5. Либо записи в блокноте. Это ты выключил все? Записи в блокноте есть? Да, это я. Нет. Значит, либо Йока, либо Анрио. Три. МП можно не смотреть, потому что иногда тогда исключается. Минусовая температура только если. Или лазерный проектор. Минусовой нет. Дело в том, что она не передвигается. Она не ходит туда-сюда. Андрюша, уйди отсюда, пожалуйста. Я боюсь, что это не минусовая.
Мне кажется, нам надо... Я не могу здесь найти ничего, где лазерный проект. Нет, мне кажется, я не туда его установил. Сейчас. Мне кажется, это минусовое. С психикой все нормально. Идем. Надя, тебе нужно вернуться и выпить таблетки. Сейчас я засосет обратно и все. Что, реально в зеркале можно что-то увидеть? Если ты зайдешь в дом. Можно увидеть глазами призрака. Давайте я зайду в дом. Призрачный огонечек есть. Вот лазерный проект. Кажется, я... Мне кажется, я увидел... Нет, наверное. А кухня. Да. Все. Ну что ж ты будешь делать? Зачем ты... Ты умерла? А? Она умерла. Надя умерла? Кажется, да. Надя, ты умерла? А я не вижу ее. Я не вижу ее тело здесь. О, призрак переместил. А, нет. Чего ты ночью на кухню пошла? Этот проектор ничего не дает. Может быть, просто мы его не туда установили? По кухне и по коридору. И все. Сейчас она не видит. Тебе надо выпить таблетки. Мне? Или мне? Нет. 48% у тебя. Ну вот МП пятого уровня я не видел. Третьего видел, а пятого нет. Уставить-то. Так, я таблетки либо ты выпиваешь, либо я. Нет, тогда давай оставим давай, пока. Давай ты выпивай таблетки, я не пойду дальше. Окей. Я еще возьму видеокамеру. Еще одну. Так, видеокамера. Зачем тебе видео? Зачем тебе ставить видеокамеру, если ты можешь просто МП полепить? Сейчас поймешь. Я бы хочу поставить напротив вот здесь вот видеокамеру. Перевесить этот голографический штучку. Эту. Так, дальше взять эту штуку.
при любом раскладе не нужен. Почему? Потому что он исключает тогда все варианты, которые подтвердились нами. А, господи. Нужно им проверить просто и все. Потому что минусовой температуры нет. Как у Нади, так и у меня максимум 0,8, там 0,7. У меня только 3. Нет, даже сейчас при появлении было 3. Тогда остается Мара. Предлагаю взять Мару и все. Потому что больше у меня других вариантов нет. Нет, ничего не будет. Ты без меня не можешь уехать. Пока я живой. Проверим, проверим. Я сегодня не могу. Так, я выбираю Мару. Надя, ты зашла? Ты выбрала? Я выбираю Йокой. Потому что был призрачный огонек и радиоприемник. Я выбираю Мару, потому что МП 5 не было, минусовой не было. Из Юкай и Мара остается, и все. Лазерного проекта нет, отпечаток нет, записи в блокноте. Нет, нет. Еще раз гляну. Понятно. Записи нет. Я думаю, короче, выбор сделан, уезжаем. Не, я поставлю на Анрё. Я поставлю на Анрё. Мне так больше чувствуется. Почему Анрё? А, Мара. Мара. Я выиграл. Фигня. Вообще не поняла, каким образом? А почему все опять пропало-то? Почему? Добавить. Нажимаешь? Каждый раз? Нажми добавить, а не купить. А, все. Есть. Так, что-то нам можно докупить. Свеча нам не надо распять. Так, Надя, Надя, что думаешь по среднему уровню? Ну, очень затянуто. Она да, очень как-то расходится. Одна фаза охоты, и, ну, в смысле, и что? Ладно, я умерла, и что? Ну, типа ты спровоцировала с зеркалом там. Хотя, по сути... На средний я хотите? Я не знаю, как Андрей догадался. Да, на средний. Ну, лучше повыше, да. Окей. Я согласна, что кошмар это кошмар, и не надо тут особо, но... Самый легкий это... Я готов. Я тоже. Безумие какое-то. Ох уж эти усы, этот узкий домик. Ой. Ой. Надя прям вошла в Андрея. Да, мне было страшно. Так. По стандарту все берем. Мне кажется, у каждого есть свой старт от пак. Да. Прорвалась по датчикам. Карта Таро. Температуру. При входе. Но потом решила, что не. Осталось только кости. Ну а что, свет дайте? На среднем уже сразу света нет. Ох уж это безумие какое-то в темноте.
Та-та-та. Забацай. Так, где тут? Отлично. Включил. Свет включил. Ребят, я в подвале, и я заблудилась. Я здесь. Выходи. Кости я не вижу. На второй этаж. Я на втором этаже тоже не нашла кости. Как так? Привет. Чего? А где свет? О! Он тут повибрировал. Это в игре. В игре. О! Нашел. 2 МП в комнате, вот здесь. Минусовая температура. Отлично. Уже ничего нельзя включить. Так. А что ни одной косточки-то я не вижу? Как же так? Как же так-то? Я не поняла, где МП идти? Кидать соль или где? Да. Мясовая? А мясовая где? Есть голография, голограмма была. Ой, лазерный проектор стягивал, точнее. Где вы на втором этаже, в комнате. Там, какой? Там, где лазерный проектор. Надо электричество включить, это тут как-то неприятно. Где же кость? А где же... А, вот. А почему у нас не выполнено задание обнаружить призрака при помощи датчика движения? Не выпало. Ты спрашиваешь, почему не выпало? А, это лазерный проектор, все, я поняла. Ну что, безобразие какое-то. Ты взяла датчик? Надя, ты взяла датчик? Нет. Я взяла, сейчас установлю. Что такое-то? Кто там так дышит? Так, тогда... Нет, там я смотрел, там смысла нет. Там тоже нет. Может, здесь где-нибудь по... при ярком свете?
Ладно. Минусовая температура, отпечатки. Так. Мы обнаружили призрака при помощи детектора ЭМП. Так. Сфотографировать. Почему ни одной камеры не установлено? Алло. Ну, так надо установить. Ощущение, что где-то здесь должна быть кость. Интересно. Кошка селит. Ничего. Ничего. Абсолютно. Я говорю, это какой-то дом такой, что... Внимание, сработало распятие. Распятие. Пойду-ка я отсюда. Куда-нибудь. Я буду негомонным призраком, который ищет кость. Любимка оказаться вместе на том свете. Это так романтично. Привет. Ну, это Юрей, конечно же. Где же кость была? Интересно. Мимик? Обалдеть. А почему у нас такая... У меня большая страховка, 256. Ну, потому что ты потратила сколько денег? А-а-а. Поэтому такая страховка? Да. А почему это мимик? Не понял. Не знаю, значит, ошиблись. С каким-то из... Скорее всего, может быть, я голограмму неправильно указал.
Ну, типа, я тоже так, такая думаю, ты только зашел в дом и уже увидел голограмму. Так, это давайте странно, добавим. Очень много всего надо добавлять. Так, лазерный проектор. Уважаемые, мы можем 2 минуты подождать? Да, конечно, я пока тут проектор. Шикарно, да. Спасибо. Пойдем. Так, детектор МП, фонарик, блокнот. Радиоприемник достаточно один, у фонарика достаточно одного. Тогда будем брать меньше видеокамер. Так. Фотокамера добавить 2 штуки. Ой, назад. Купить фотокамеры. Так, 2 свечи. 2 распятия. Фонарик нам не неоновые палочки 2. Камера не нужна. Зажигалка 2. Датчик 1. Направленный не нужен. Фотокамера 1, 2. Да, 3 можно всего. Благовоние 1, 2, 1, 2. Соли 2. Успокоительное 3. Мощный фонарь 1, 2, 3. Назад. Добавить все. 4 штатива. 4. А видеокамер 3. Ну, что же у нас 1 штатив просто так будет, что? Где видеокамера? Купить. Добавить. Я тут. Отлично. Да, мы тоже тут. Так, вроде бы все добавил. Датчика движения достаточно 1, фотокамеры 3, соли 2, успокоительного достаточно, благовония предельно. Зажигалка предельно, распятие предельно, свечей ими особо не пользуемся. Я готов. Я тоже готова. Начинаем. Загрузка произошла успешно. Так. Опять достичь среднего рассудка, остановить при помощи распятия, зажечь благовонь возле призрака. Ну, поехали, сначала определим тип. А термометры, термометры нет? Нормально, Андрюха закупился. Красавчик. Ну, по пару и определим. Так, карты Таро. Ой, кость. Отлично. Просто идеально. Так. Я вам могу сказать, что проклятый предмет Таро и кость мы нашли. Внимание, найдены ключи. Но тут еще подвал. А кость ты нашел? Кость да, наш, да. Кость найдена. Да, найдена. Андрюх, тогда я МП свою. Ну вот я с ним хожу. Я свет включила. Угу. Как бы это все не в подвале? В подвале будет. Я не люблю подвал. Почему? Ну, обычно в подвале здесь бывает. Ну, а это обычно. МП молчит. А, у тебя тоже МП? Конечно, ведь термометр-то нет, чтобы люди выполняли каждый свой предмет.
правильно. Исследовали. Ну, простите. Вы тоже, знаете, просите называть, когда вам что купить, а я... Ты можешь упасть на... У тебя ходит так. Нажимай, пожалуйста, на этот. На Б. Да, на Б. Свет что-то включить. Так, тогда будем действовать по-другому. Дедовскими способами. Раз, два. Я снова иду в подвал. А я стараюсь не свой рассудок. Здравствуй, призрак. Тебе грустно? Ты злишься? Тебе темно? Нам уйти? Нам уйти? Ты злишься? Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Где ты находишься? Дай знак. Как тебя зовут? Ты злишься? Нам уйти? Тебе больно? Тебе больно? Я чувствую, ты здесь. Покажи себя. А, я слышала звук. Я слышала. Где? Ну не в радио, а просто... Где ты здесь? Как тебя зовут? Сколько МП? Он где-то в ванне 2. Вообще-то лежит МП не в ванной, а входе, при входе. А, да? Ну, простите, при входе, да? Нет, МП было вот здесь. Все. Тараза, нет, нет. Андрюх, причем заметьте, сложность повышаю я. Умираю за это повышение я. Надя умерла тоже. Прямо на моих глазах. Привет, Надя. Какой-то призрак очень агрессивный. Я не хочу все терять. И я думаю, что просто надо уехать. А что я, собственно говоря, и сделаю? Я думаю, что это демон. Почему? Очень агрессивный и сразу убивает. Ну да, я тоже так думаю. И активность очень большая. Даже ни улики не обозначили. Что за жесть? Ставьте наугад, и я уезжаю. Да, уезжаю. Я ставлю демона. Надя поставила? Да. Да, она поставила. Поехали. Я не готова все выполнять задания, мы ни одно не сделали в одиночку. Ну, я угадал. О, демон. Да, демоны, они очень агрессивны. Как красавчики. С
сразу просто убили и все. Отлично. Я думаю, на этом серию я закончу. Если вам понравилась серия, ставьте лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал. И до новых встреч.